Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такой вот наборчик нежность. Связан он цветом молочным, состоит из шапочки, перчаток, которые обвязаны митеночками, то есть митеночки пришиты, так скажем, сразу вывязаны вместе с перчаточками, и снудик. Снудик у меня размерами 140 сантиметров, ширина его 25, но он немножечко еще тянется, то есть до 30 сантиметров доходит ширина его. Также шапочка у меня как бини, то есть с отворотиком модненьким, без бубончика. По желанию можно добавить бубончик. И вот такие вот замечательные перчаточки, которые, как я вам уже сказала, сделаны вместе, вывязаны. То есть вязалась перчаточка и вместе с митеночкой. Двойная, довольно-таки тепленькая получилась. Наборчик полушерстяной, поэтому подойдет как для осени, весны, так и для зимы, в принципе, 100%. В общем, если вам понравилось, конечно же, лайкайте. Я оставлю ссылочки на видео этих деталек по отдельности в комментариях или же в описании. В общем, присоединяйтесь обязательно на мой канал, кто еще не подписан, на мой новый канал. Будет много чего интересненького, новенького. Поэтому хорошего вам настроения. Пока-пока!